Привет, делаю еще одно видео, на этот раз опять без лица. Надеюсь, следующие видео, которые буду делать, они уже будут с лицом. Я оклемаюсь окончательно. Расскажу о таком наборе, который я покупаю очень-очень часто, когда у меня есть возможность, когда я его нахожу по хорошей цене, потому что у нас он стоит, по крайней мере, в 2 раза дороже, что-то около 29 евро. Купила я его в Metropolitan Pharmacy. Здесь действительно 5 вещей, без которых, ну, трудно обойтись, если вы их любите. Я их предварительно уже повынимала, потому что они довольно-таки крепко там сидят. Первый мой must-have – это вот такое масло, которое я использую в качестве масла для носа. Да, у кого сохнет нос, тот меня поймет. Или, например, если вы после простуды, или если у вас просто сухая кожа где-то на любом участке тела или на волосы, отличная штука. Вот такой крем. Крем против усталости и увлажняющий. Отлично, это уже вещь. Много-много-много у меня их было. Кстати, вот такое наполнение, каким вы его сейчас видите, оно стало вот только как пару лет. До этого было другое наполнение. Но масло было. Масло было, гель был и крем для рук тоже был. Вот это вот крем для рук. Здесь его немного, здесь его 15 миллилитров, но очень даже он хорошо помещается в косметичку, там, в сумочку. Вот такая вещь. Это умывалка на меде. Тоже очень хорошая штуковина, очень ее люблю. Особенно если куда-то еду с собой всегда. И вот такой вот гель. Гель просто чудесный. Это гель для душа. Он с золотыми блестяшками. Он очень-очень красивый. И все это очень классно пахнет. И, естественно, вот еще косметичка. Это такой приятный бонус. Кстати, все косметички очень хорошо, очень качественно сделаны. Но, конечно, для меня стар продукт это вот именно вот это масло, которое я к нему присматриваюсь уже очень-очень давно, я его очень давно знаю, но вот я всегда как-то обходилась вот такими наборами, поэтому никогда не покупала себе полноразмерный флакончик. Сейчас еще покажу вам то, что мне дали на пробу. Это вот такие кремы от Дорфин. Мне просто было интересно посмотреть на эту марку Дорфин. У нас ее нет в магазинах, в аптеках у нас ее нет. И мне хотелось попробовать. И вот попросила. Это для чувствительной кожи. Крем для чувствительной кожи. Но это мне дали уже бонусом, потому что на самом деле попросила я вот эту. Вот эти две вещи. Масло. Эфирные масла для лица. Ароматическое с ромашкой. И это жасмин. Если кто-то знает, если кто-то использует это масло, напишите мне, пожалуйста, как вы его. Я не думала, что вы его прям чистым, да, на лицо или как. Я вообще думала брать, вот, например, этот же самый крем от Дорфин и его разводить там, ну, несколько капель или там каплю на крем и на лицо. Напишите, пожалуйста, как кто это использует. Я очень рада, что у меня есть опять этот набор. Кстати, вот, если кому интересно, сколько это все стоило, вот сколько это стоило. Вот, на этом все. Всем хорошего дня, вечера, ночи, смотря когда вы будете это все смотреть. Пока!